творчество притягивает и даже завораживает. Более 10 лет, работая в картинной галерее «Салавата», Виктория Исакова поняла, что просто работать среди искусства она не может. Хочется стать частью этого мира. Осознав это, экскурсовод открыла на базе галереи свой художественный салон – 5 квадратов. Но и этого Виктории показалось недостаточно, поэтому сейчас она приступила к написанию картин. Вдохновение идет из самого сердца, признается начинающая художница. Стал просыпаться интерес, вдохновение, огромное-огромное желание не только представлять творчество и рассказывать о творчестве художников, но и самой начать творить, сотворять красоту, отражать свои эмоции, впечатления, мысли именно в холстах. Потому что искусство постепенно, капля за каплей, наполняет нас, нашу жизнь, нашу душу каким-то вот счастьем, одухотворением, вдохновением. И вот живопись искусства лично мне помогает познать, осознать реальность этого мира, других людей, себя в этом мире и рядом с этими людьми. Соприкасаясь с искусством, живописью, вообще, наверное, все люди начинают по-другому смотреть на этот мир. Искусство вдохновляет, а некоторых и стимулирует к действию, как Викторию. Есть такое выражение, что картина отражает ту энергетику, которую заложил в нее художник при написании. И вот когда у меня просыпается вдохновение при выборе тематики либо образа, что я хочу запечатлеть, я стараюсь отталкиваться от своих внутренних ощущений, потому что картины действительно, они наполнены какой-то невероятной энергетикой. Бывает так, что к нам в галерею приходят люди, и вот после просмотра выходят из галереи со слезами на глазах. Настолько сильно трогают их картины. Сегодня на ее счету порядка 10 работ. У нее пока нет четкого понимания, в каком жанре хочется творить. Но уже то, что пишет она свои работы с большой любовью, говорит о многом. Светлана Халитова, Дмитрий Клоков, телекомпания «Салават».